Привет! Это Ася и Тинькофф Бизнес. Сегодня я покажу вам сумасшедшую крутую книгу. Тинькофф Бизнес – это банк для предпринимателей. Чтобы нам больше зарабатывать, нужно всего лишь две вещи. Чтобы в России было много предпринимателей и чтобы они были очень богатыми. И поэтому мы поддерживаем начинающих предпринимателей. У нас есть конструктор сайтов, конструктор документов, огромная база знаний о бизнесе в Тинькофф журнале и, конечно, хорошее банковское обслуживание. И теперь есть еще одна штука. Вот эта книга. Год назад мы собрались с лучшими людьми в Тинькофф бизнесе и придумали с ними такую идею – сделать книгу, в которой будут описаны самые важные базовые вещи о бизнесе. Нет, это выглядело не так. Но с той встречи фотографий не осталось, сори. Так вот, мы собрали в этой книге главные знания об экономике, продажах, переговорах с клиентами, маркетинге и рекламе. Это такие вещи, о которых говорят, почему мне об этом не рассказали раньше. Редактором книги выступил главред Тинькофф журнала Максим Ильяхов. Максим. А, что? Расскажи про книгу. А, сейчас. Книга. Можно? Друзья, есть два вида бизнес-книг. Один вид – это такие мотивашки. Ты можешь, ты сделаешь, у тебя все получится, ты классный. Второй вид – это прикладной бухгалтерский учет. Ты открываешь ее на второй странице, и ты ничего не понимаешь. Ты не понимаешь, зачем тебе учить план счетов. У нас была задача закрыть дыру между этими двумя крайностями и сделать книгу, которая будет применима в жизни, понятно обычному человеку, который еще не занимался бизнесом, но самое главное, чтобы все советы из нее были применимы у нас здесь, в России. Для этого мы собрали лучших экспертов Тинькофф бизнеса и наших самых любимых клиентов. И собрали их знания. Что они считают важным при открытии и запуске бизнеса, при расчете экономики, при работе с клиентами. И это все мы собрали в этой книге. Весь прошлый год в Тинькофф журнале выходили статьи, фрагменты из этой книги. Мы изучали, какой будет отклик, что вы нам напишете на эти статьи. И мы взяли лучшее, что вы нам писали в комментах, и добавили сюда. Это прекрасная книга. Я надеюсь, что после ее прочтения вы сможете привлечь в свой бизнес новых клиентов, много прибыли, инвесторов, хороших партнеров и, может быть, даже кредиты в банках, если это то, что вам нужно. Книга будет в печатном виде, вот как здесь. Также она будет электронной, вы сможете почитать ее на компьютере. И будет аудиоверсия для тех, кто готов воспринимать информацию на пробежке, на прогулке или пока вы строите свой бизнес-план. То есть ее можно будет послушать. Она поступит в продажу... Слушай, впрочем, наверное, тебе лучше об этом рассказать. Да, давай. Книга появится в продаже в апреле во всех книжных магазинах страны. А если вы хотите получить ее бесплатно, то участвуйте в конкурсе Тинькофф журнала. Вам сюда. Подписывайтесь и действуйте по инструкции. Меня зовут Ася, это Максим. Книга называется «Бизнес без MBA». И это главные знания о бизнесе, которые нужны начинающим предпринимателям. Покупайте эту книгу, начинайте свое дело. Приходите к нам обслуживаться и будьте богаты. Пока! Пока. Ильяхов, зачем тебе этот позорный кармашек? Этот? Спасибо.